Я также дергаю, захожу в ножки, он ноги убирает, и получается вот у меня один из вариантов, да, он меня обхватывает. Я пытаюсь подойти, но не получается. Один из моментов — перевести его в партер. Все зависит от того, как вы его бросите и зачтет ли это за бросок. Лех, сейчас немножечко может быть больно, потому что либо голова, либо солнечное сплетение через спину. Понял меня? Значит, смотрите, ваша какая задача. Если вы понимаете, что ноги у него ушли, в реале, если он слабенький, попытайтесь подтянуть себе, да? Если вы потянете, его здесь бросите. Нормально. Но если вы почувствуете, что там мощь какая-то, и вы никак не подтянете. Смотрите, вот, правая рука, сожми руки сильнее, ты меня держишь. Берем вот сюда. Дальше левую ручку подставляем также за локоть. И движение вот этой ногой идет в сторону, и вы заваливаете его. Лег, готов? Да, движение. Вот. Я просто сейчас боялся упасть на голову Лехи, могу раздавить. Еще раз. Смотрите. Я захожу, он открыл. Рука правая идет сюда сразу, левая. А вы с одной рукой так не сделаете. Когда вы двумя руками держите его руку. И тут самое главное еще не только развернуться, ногу в воздух. Это вам больше позволит. Да? Вот. И здесь можно различные вещи там уже пробуйте. Кто как может перейти. Еще раз момент один. Двигаемся. Я дергаю. Дергаю. В ножки раз. Руку захватил сюда. Вот сейчас неправильно. Я сейчас неправильно сделал. Сейчас. Колено мое. А? Потому что я не ушел. Еще раз. Я вхожу. Ноги туда дальше. Вот рука здесь. И движение вашей ноги вон туда. Нога должна быть. То есть вы, получается, взяли руку раз. Здесь вторая. И как бы вот движение корпусом. И вот эта нога. Вот. С ногой обязательно. Так же три раза один, три раза другой. 6 минут. Да. Я понял, значит, Лех Сахаров. Пробуйте. Поехали.